15 апреля двери единственного в мире мотоциклетного техникума вновь распахнулись для учеников школ нашего города и соседних территорий. Чтобы рассказать будущим студентам о профессиях и перспективах обучения в мототехникуме. Ирбитскому мотоциклетному техникуму в этом году посчастливилось встретить обучающихся 8-9 классов в офлайн-режиме. 12 общеобразовательных учебных заведений Ирбита, Ирбитского района, Туринского и Алапаевского районов, более 200 будущих абитуриентов приняли участие в профессиональных пробах. Год назад у нас, к сожалению, было это все дистанционно. До этого мы проводили день открытых дверей и использовали совсем другую сферу, другую технологию, было индивидуальный маршрут, то есть индивидуальное выстраивание. Приходила школа и уже сама смотрела, по какому направлению и на какие профессиональные пробы мастер-класса она может попасть и попробовать свои силы. В этом году мы выстроили в виде вертушки, профессиональной вертушки, знакомство со специальностью. Смысл профессиональной вертушки заключался в следующем. Будущие абитуриенты знакомятся со всеми специальностями техникума, как в теории, так и на практике, а затем уже выбирают для себя вариант более подходящий. Мне, в принципе, понравилось все. Нас многому научили, мы посмотрели. Вот, информационные процессы, все такое. Что именно тебе понравилось сегодня? Мне больше понравилось, как мы смотрели, как сайты создавать, какие программы, HTML, Java, вот. Нам-то показали, как все менять. Ну, на автодроме мне больше всего понравилось и запомнилось. В информатическом кабинете писали вслепую, несмотря на клавиатуру. И все. А почему тебе эти такой? Ну, чем они тебе запомнились? Ну, как бы я близок к машинам, мне нравится ездить и с папой в гараже разбирать там. Мне понравилось. Я даже поняла, как разбирать вот этот механизм. Да. И вождение понравилось на машине. Ну, это познавательно. В этом году в Ирбитском мотоциклетном техникуме свободно 125 бюджетных мест. Прием пакета документов на поступление продлится с 15 июня до 15 августа или до 25 ноября, если речь идет о заочной форме обучения.